Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие грядки. Сегодня мы с блогером Екатериной, я оставлю ссылку на ее канал здесь внизу, запускаем конкурс. Победителей будет 4, то есть 2 у меня на канале и 2 на канале Катюши. Поэтому у вас 4 шанса на победу. Условия для участия конкурса совершенно простые. Быть подписанным на наши каналы, поставить лайки под этим видео, под моим и под Катиным. Также в комментарии рассказать, за что вы благодарны этой осени. Самый трогательный ответ победит. Я приготовила для 2 мест свои 2 открытки. Одна новогодняя вот такая вот. И другая просто такая вот душевная. Это мои иллюстрации. Также я приготовила 2 листа наклеек. Один вот такой, стандартный с эмоциями, и другой зимний набор. Вот, поэтому пойдет в наборе в первом. На первое место новогодний набор будет, на второе место будет обычный набор. Также, конечно, я приложу на первое место фолдер, который я сделаю, на второе место будет просто творческое письмо. Поэтому вкладывайте всю свою искренность в то, чтобы именно ваш ответ выиграл. И желаю всем удачи!